Компания уже зарегистрировалась в Улан-Удэ и приобрела земельный участок в микрорайоне Тальцы. К тому же куплено необходимое оборудование. Нет претензий и у ответственных министерств. Как поясняют в Минпромторге, китайцы в основном займутся лиственными породами деревьев. На сегодняшний день количество инвестиционных проектов, которые уже идут в республике, они все сосредоточены на породы сосны. В основном. И очень мало у нас переработчиков, которые занимаются именно лиственными породами. Конечно, будем смотреть, чтобы глубокая переработка была тех лесов, которые у нас на сегодняшний день просто простаивают. Получено согласование по выделению лесных участков от Республиканского агентства лесного хозяйства. Ни с кем лесные квартала не пересекаются, то есть вот работали очень плотно. Запустить работу МТК «Джинкей» планирует в течение 2 лет. Компания создаст порядка 200 рабочих мест, а в местный бюджет будут поступать около 30 миллионов рублей в год. Надеюсь, что весь проект будет удачен. Если будут какие-то организационные трудности, проблемы, там, кто-то где-то будет какие-то задержки, то можно напрямую обращаться ко мне. Основными рынками сбыта для лесоперерабатывающего предприятия станут Китай, Монголия, Иран, а также Европа. Аюна Чертарова, Александр Лупсанов, АТВ.